Добрейшего времени суток, друзья, с вами Катя Юрач Топкин, и прямо сейчас вместе с вами мы снова играем в мобильную GTA. Ребята, данная GTA-шечка называется Black Russia, и если ты, дружище, никогда со мной не играл, то это большая ошибка. Скачать игру ты можешь себе на телефон, перейдя в описание под мой ролик, там найдешь две ссылки, с которых можно скачать игру как на Android, так и на iPhone. Поэтому, дружище, прямо сейчас скачай и присоединяйся, играй вместе со мной на 24-м сервере, который называется Санкт-Петербург. Ребята, я уже довольно-таки давно здесь играю, и поэтому приглашаю вас, разумеется, поиграть со мной. А чтобы ваш порог вхождения был максимально комфортный, максимально кайфовый, для этого есть промокоды, с которыми я сегодня поделюсь с вами. И, ребята, эти промокоды вам помогут развиться в самом начале. Смотрите, как только вы появитесь в игре, сразу сходу нажмите начать и введите команду /промо, по которой вы будете вводить все промокоды. Нам нужен первый пункт, и сюда сходу вводите мой промокод #Топкин. Друзья, мой промокод уникальный тем, что он работает на всех серверах, и при этом после того, как вы отыграете 1 час в игре, вы получите заряженный гелик на 20 часов, костюмчик Джеймс Бонда, маску тролля. И самое вкусное здесь, я считаю, это VIP Gold аккаунт на 12 часов, который поможет развить вашего персонажа. Поэтому, дружище, ты знаешь, что делать. Качай игру, залетай и не забудь вступить, кстати, в мою семью Best Guys. Об этом расскажу позже. У нас недавно проходил, друзья, ивент, который был посвящен дню рождения проекта. И многие новички на старте за пару дней зарабатывали миллионы, просто проходя, в общем-то, квесты, либо же качая хост-машину. Поэтому, дружище, сейчас, конечно, такой халявы нету, но, тем не менее, для того, чтобы получить халяву, не обязательно где-то работать. Я делаю конкурс для своих подписчиков на 2000 блэккоинов, то есть донатной игровой валюты. И для участия нужно сделать три простых действия. Первое — поставить лайк под этот ролик. Второе — подписаться на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать следующие ролики, потому что итоги, ребята, выходят там. Ну и понятно, ребята, третье действие — это написать обязательно слово «участвую» и свой комментарий. Кстати, напишите в комментариях, как у вас погодка. У нас тут прям неделя таких заливных дождей была, а сейчас солнышко вышло прямо ляпота. Короче, скоро майские, поэтому встречать будем во все оружие. Короче, ребят, смотрите, в прошлом ролике у нас побеждает вот этот вот чувачок. Я тебя поздравляю, а вы, ребята, обязательно участвуйте в конкурсе, чтобы быть на месте этого самого молодого человека. Ну или девчули, не знаю, кто ты. Итак, ребята, как я говорил ранее, у нас есть семья. Семья называется Best Guys. И мой дом и дом Фамы находятся на Рублевке. Я вот сейчас к нему подъезжаю. Вот он, ребята, дом моей Фамы. И дом номер 3105. Сюда приходите, либо же встретите абсолютно любого члена семьи, чтобы он вас добавил в семью. Напомню, что у меня все бесплатно. Ранги выдаю тоже бесплатно. Более подробно можно прочитать в самой семье, если зайти. Вот, ребята, во вкладочке с колокольчиком справа в нижнем углу. А также вам будет доступен крутой автопарк, ребята, из машин, на которых можно покататься. Недавно чинил все тачки, но кто-то прям убивает машины, но, тем не менее, это, понятное дело, что нормальное явление. Поэтому, дружище, прямо сейчас, после того, как начнешь играть, получишь 4 уровень, влетаю в Best Guys, и буду рад тебя, разумеется, видеть в составе своей семьи. Давненько, ребята, я не выкатывал приору, поэтому сегодня на фоне будем кататься на ней. Давайте посмотрим. Я ее покупал уже очень давно, в общем-то, она на спорте, насколько помню, короче, вбухал в нее немало денег. Но вот по поводу Passat, кстати, M5 F90, не знаю, полицейские нужны они вообще или нет. Напишите в комментариях, что думаете лично вы. Потому что для меня M5 F90 это та же самая M5 F90, просто с винилом ППС за 50 тысяч рублей. Как бы, ну, такое себе. Что ж, ребята, погнали по промокодам. Первый промокод, который я всегда даю, он называется #BlackMillion. Он уникальный тем, что, ребята, вы его сможете активировать при условии, если у вас на аккаунте еще нету випки вообще никакой, абсолютно. Тогда вы заберете сразу на первом уровне вот такой вот хороший приз. Если же випка есть, даже сильвер, то, к сожалению, забрать не получится. Тем не менее, держите при себе. Если вдруг випка закончится, всегда можете его ввести. Может быть, даже из старичков кто-то есть, кто про него не знал. Сейчас будет три довольно-таки интересных промокода. Они максимально похожи, но каждый дает свои вплюшки. И, ребята, первый промокод будет называться #BlackRussiaLove. Он дает BMW i8 Roadster на 2 часа и купон X2 на 24 часа. Купон X2 нужен в будничный день для доната под X2. Все очень просто максимально, поэтому кому надо, кто любит донатить, забирайте. Если вот прям не втерпешь, и вот и в будни охота положить денежку и купить себе какую-то прикольную штуку. Следующий промокод будет называться #BlackRussiaU. Дает он BMW M5 F90 на 2 часа и скидочку, ребята, в донат-магазине 20% на покупку пакета VIP-платины 30-дневного. Это очень жирный промокод.
промокод, ребята, потому что таких скидок у нас не так часто они выходят, то есть их не достанешь, да? Но, тем не менее, випку на целый месяц, то есть можно купить за 400 рублей, если я правильно считал. И тем более, я думаю, что это именно то, на что нужно тратить свои первые деньги. Даже вот если ты, дружище, выиграешь у меня в конкурсе, я тебе рекомендую вот реально воспользоваться данным промокодом и купить себе VIP-платину на 30 дней. Ты свой аккаунт запустишь просто, мама, не горюй. Следующий промокод будет называться хэштег BlackRussiaLoveY, ребята. И он дает 2 скина. А также, ребята, вы получите просто VIP-платину на 6 часов и кучу крутых тачек. Там такой карпак, что мама, не горюй. Единственный минус промокода в том, что после активации нужно отыграть целый день. Да, ребята, поэтому вводите его вначале вместе с моим, потом сами не заметите, как заберете уже свои ништяки. Итак, ребята, давайте дам еще похожую парочку интересных промокодов. И первый промокод будет называться хэштег Март. Он, ребята, дает 3 скина, также VIP Gold на целый день и Ferrari Калифорнию на 24 часа. Неплохой промокод, который можно ввести на третьем уровне. Следующий промокод будет называться хэштег 8 марта, ребята. Он дает уже 2 скина, но при этом дает VIP платину на несколько часов. И плюсом, ребята, пойдет Ferrari Калифорния и, в общем-то, Ламба Галарда на целый день. Донатная Галарда, ребята, машина-пушка просто офигенская, мне нравится, поэтому забирайте и, конечно же, воспользуйтесь этим промокодом. По промокоду хэштег HolyMarch23 можно получить, ребята, VIP-платину на целый день, скидочку в донат-магазине на покупку того же самого VIP-пакета платины 30-дневного, и, ребята, тоже карпак из крутых машин. Хороший промокод, один из лучших, я считаю, который есть, который сейчас работает, поэтому забирать его нужно прям обязательно. Следующий промокод будет называться хэштег BAG2BR, ребята, он дает Lambo Urus, BMW M4 и, ребята, 20% скидку на VIP-платину 30-дневный пакет. Что вы понимали, это уже третий промокод, который дает такую привилегию. Кстати, если вы ввели их все сразу, то эти скидки просто сгорят. Упадет у вас первая, которая активировалась. Поэтому все-таки рекомендую эти промокоды вводить именно тогда, когда все-таки вы надумаете донатить. Ну а если же донатить вообще принципиально не планируете, тогда хотя бы вводите так, чтобы можно было на машинах покататься подольше. А также, ребята, у нас есть промокоды, которые называются хэштег Fear и хэштег Freddy. Они дают маску тыквы и маску демона на 108 часов каждая. Довольно-таки неплохой промокод, поэтому забираем. По промокоду VKBR можно получить BMW Z4 и скин разработчика на 58 часов. Довольно-таки неплохой промокод, ребята, для развития, как его использовать. Даже вот чисто с этим одним промокодом и моим промокодом на випку можно получить лям, ребята, на первый день игры. Как это делать, смотрите мои ролики по обучению, очень много полезных советов я вам дал, от того, как получить военный билет, водительские права всех категорий и так далее, и так далее. А также был промокод, который назывался AFZLLQLL, я не знаю, ребята, он до сих пор работает или нет, потому что у него было определенное ограничение вводов, но тем не менее он давал Lambo Aventador, Ferrari Калифорнию, Bentley, ребята, за 125 мультов и VIP-платину на 3 часа. Что ж, промокоды все рабочие, поэтому, ребята, обязательно присоединяйтесь, вступайте в мою семью, поиграем, покайфуем вместе. Ну а как зарабатывать бабки, опять-таки напомню, смотрите информацию непосредственно уже у меня на канале. Участвуйте в конкурсе на 2000 блэккоинов и играйте, кайфуйте, потому что иначе зачем, какой смысл играть, если ты от этого не получаешь удовольствия. Все максимально просто. Кстати, вы заметили, что приорка едет всего лишь 228 км в час. При этом это донатная приорка за 20 тысяч, и при этом она на Sport Plus, и при этом у нее еще есть нитро. Да, вот так вот все печально. С вами был Юра Чтопкин, пока-пока!